كلاس لعب بينا ازيج سبيتش يعني بارسفا جناجه خوش كيف سلار كلاب هوبا كلاب بيون سلار بلان هالف لايف وينو وينا مزق دم ولا مزق لا هوب وش لازم جالي احسو ماذا هوبا غزورو بيتا دا كلاب خدو خوالاسا Videonun başlasan aldım iltimas kanalıya abone olup like düğmesini basıp koyalım zekala. Bu kanalımızı boz üçüne gelir. Ne diyeyim? Üzerinden süre çekil. İşte bu yaptı mı? Yürüp silahını. Здравствуйте, добро пожаловать в систему перевозок «Черная месса». Этот автоматический поезд призван обеспечить безопасность и удобство сотрудников исследовательского центра «Черная месса». Текущее время 8:47 утра. Внешняя температура 33,8 градуса с ожидаемым повышением до 41 градуса. В здании центра всегда поддерживается температура 20 градусов по Цельсию. Данный поезд направляется из помещений уровня 3, тест-лаборатории и административные здания сектора Си. Если вы направляетесь в охраняемую территорию за сектором Си, вам придется вернуться к главному пересадочному блоку в зоне 9 и пересесть на охраняемый поезд. Если вы еще не прошли процедуру идентификации личности в охранной системе, обратитесь к персоналу станции «Черная месса» за помощью. Это необходимо для получения доступа в охраняемую зону. Из-за высокой токсичности микросреды в исследовательском центре, как следствие работы с материалами, запрещено курить, есть и пить в транспортной системе «Черной мерши». Оставайтесь внутри поезда при любых обстоятельствах. Не пытайтесь открыть двери до тех пор, пока поезд не остановится полностью возле платформы станции. В аварийных ситуациях пассажиры обязаны оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. При необходимости покинуть поезд преимущество имеют люди с ограниченной подвижностью. Остерегайтесь шин высокого напряжения и следуйте к аварийной станции до прибытия помощи. Пройдут сегодня в 19 часов в помещении на третьем уровне. Информация о предварительной экзаменовке персонала с высоким уровнем доступа будет объявлена отдельно. Помните, ваша жизнь и жизнь ваших коллег будет зависеть от качества вашей подготовки. У вас есть друг или родственник, который может оказаться ценным сотрудником «Черной мессы»? В данный момент имеются вакансии в области работы с материалами и низкоуровневой безопасности. Для получения подробной информации обратитесь к сотрудникам «Черной мессы». Если у вас есть знания и опыт работы в сферах теоретической физики, биотехнологии или другие высокотехнологичные области, вы можете обратиться в наш гражданский отдел кадров. Исследовательский центр «Черная месса» предоставляет всем равные возможности. Напоминание всем сотрудникам «Черной мессы». Запланированные проверки уровня радиации и биологической угрозы являются обязательным условием работы в исследовательском центре «Черной мессы». Уклонение от прохождения обязательной проверки является основанием для немедленного уничтожения.
Если вы почувствовали, что в процессе выполнения своих обязанностей вы подверглись действию радиоактивных материалов, немедленно сообщите об этом ответственному за радиационную безопасность офицеру. Работайте бдительно и благоразумно. От этого зависит ваше будущее. Прибываем к тест-лабораториям сектора Си и административным зданиям. Пожалуйста, не подходите к автоматической двери и подождите, пока сотрудник безопасности проверит наличие доступа. Перед выходом из поезда убедитесь, что вы не оставили в нем личные вещи. Спасибо и удачного и безопасного вам дня. Кажется, мистер Фриман, вы немного опоздали. Опоздите, генерал, я опоздаю. Загрузки обратно. Нормальные материалы. Первый бөлім. Почему пищали к твине, а? Эй, мистер Фриман, у меня для вас были кое-какие сообщения, но минут 20 назад у нас случилась неприятность. Вышел из строя сервер, и я до сих пор не могу восстановить свои файлы. Кое-какие неприятности произошли в испытательной лаборатории, но я надеюсь, что все обойдется. Надеюсь, вы получите все сообщения, как только мы восстановим систему. Извините, мистер Фриман, я на службе. Тебе просто нужно подождать до конца проверки. Сейчас меня нельзя отвлекать. Если бы мне удалось элиминировать влияние разных факторов на эти данные, я был бы просто счастлив. Говори потише. Извини, Гордон, я занят. Пожалуйста, оставь меня в покое, пока я не закончу опыт. Есть какие-нибудь предложения по происхождению этого класса? Hello. Пожалуйста, оставь меня в покое, пока я не закончу опыт. Приветствую. Нормальный звук. Вы не у того шлюза, господин Фриман. Вы же знаете, что я не могу вас пропустить туда. А тебя не беспокоят цепные каскады в данном? Привет. Рад вас видеть. Извини, Гордон, я занят. Большинство результатов моделирования... Почему мы все обязаны носить эти дурацкие галстуки? Там были. Я расчиняю так, а мы здесь. Добро пожаловать в защитный скафандр Марк 4 для работы в особо опасных условиях. Энергетическая защита... Блин, так я и был. Центр секретина включен. Контроль состояния организма включен. Автоматическая медицинская система включена. Система выбора оружия включена. Контроль состояния оборудования. Интерфейс связи подключен. Пусть ваш день будет безопасным. Замечательно, сэр.
Не забудь рассказать об этих изменениях. Музон заряд. Музон. Начальство таки думает, что мы сегодня сдадим окончательные результаты исследования образца. Но сдается мне, что они немного опоздали. Гордон, мы ждем тебя в исследовательской лаборатории. Кто-то опять спрятал мои очки. Да, но у нас есть на это причина. Ведь нам предоставляется уникальная возможность. Ведь такого чистого образца я еще и самый изменчивый из всех, что я видел. Тебе просто нужно подождать до конца проверки. Теперь, если применить плавную процедуру анализа... Ну, не знаю, как ты можешь такое говорить. Хотя и не исключаю, что логичный Гордон не должен узнать ни слова, что мы здесь говорили. Он специалист высокого уровня. Мы ручаемся головой, что все будет в порядке. Ты прав, Гордон. Мы в тебе полностью уверены. Уверены? Давай, нычки. Нычки давай. Хорошо, продолжайте. Хорошо. Хорошо, продолжайте. Доступ запрещен. О, а теперь я сам, брат. Ну, мне запрещен, благо разрешен. Вау. Вообще. Образец будет у тебя через несколько секунд. Если будешь так добр, что поднимешь задницу, то нам удастся выяснить почти все. Работа с максимальной скоростью и отдачей.
все плохо. Брат, еще раз разница. А, видимо, сюда чего? Я с тобой лямил, а уже мазь выходит. Я с тобой лямил. Yeah.
что я есть. Я и шагу больше не... Salamat akalar, bugün yetadi o'ylayman. Agar videomiz yoqqan bo'lsa like va podpiskani ayamaymiz-da. Yana shuni ikkinchi qismini chiqarsa sizlarga akalar 20tadan oshish kerak inson akalar. Keyin akalar kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlaymiz akalar. Do'stlar yuboramiz, Telegram kanalga obuna bo'lamiz va shu kanalga ham obuna bo'lamiz akalar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat akalar. Sog' salomat bo'ling.